Они дружили просто, но потом сложилось так, что осознали, что являются чем-то важным друг для друга, чем просто друг или подруга. Наверное, каждый ощущал это на своей шкуре. Дружили так давно, знала она его лучше, чем кто-то другой, как и он ее. С полуслова понимал, даже взгляда просто хватало, чтоб понять причину ее злости. Счастье близко, это когда ее капризы тебе приятны, и в смс-ках пишешь письма, когда нету денег на цветы и нарциссов нарвав в парке. Ты преподносишь ей сюрпризы, все поломалось треском. В середине мая он написал ей смс-ку: у меня другая, я уезжаю навсегда, не жди, малыш, я не люблю тебя, прости, просто так вышло. Стучала кулаками нервно в его квартиру, но не открывали дверь, там за мобильным нежный голос как-то грубо в сотый раз вторил. Абонент недоступен. Общие знакомые не знали ничего и даже не слышали о его любви новой. Болели ноги, обивая все пороги, не знали ничего в институте, на работе. Сказали, что уволился, улетел вроде. Кто говорил в Америку, кто говорил в Европу. Сначала подарил свободу, потом загнал в тупик. Стоил ей этих страданий всех счастья миг. Она поникла, замкнулась, возненавидела его всем сердцем. Нервный срыв, клиника, где пролежала очень долго, без посетителей, не подпуская к себе ни подруг, ни родителей. Проходит время, молча унося в прошлое все, что мы успели пережить и подытожить. Прошли годы, она встретила другого, и он помог ей встать на ноги, быть собою. С его приходом в ее жизни все изменилось. Благословение родителей с Божьей милостью. Они поженились громко на весь город, сыграв свадьбу. Было правда здорово уметь жить без того, о ком нет вестей. Конец горестей, с чистого листа начав все. И сколько еще лет прошло, она его простила. Пусть его судит Бог, даже не думала, если б заявился он в один день весь таков на ее порог. Говорить с ним было б ей неинтересно, и вроде надо бы заканчивать эту песню, но... Около 5 лет было уже дочери, когда пришел конверт. Угадайте, от кого? От него, да. И это почти 10 лет спустя. Он решил вспомнить, она с иронией начала читать с забавой. Но вскоре улыбка от лица пропала, она упала, сжав в руках письмо, на котором он писал ей: здравствуй, милая, если читаешь эти строки, ты молодчина. 10 лет назад так и не сумел сказать тебе в глаза то, что решил написать. Ушел молча, сказав что-то напоследок про то, что полюбил другую. Так нелепо, я написал это письмо тебе тем же летом и попросил отдать тебе, когда не будет следа от меня в твоей жизни, когда забудешь, когда-то в будущем, когда уже счастливый будешь. Я обманул тебя и не ищу оправдания, просто так решила за меня все. Судьба моя, и знаешь, самое сложное — сидеть в квартире, слышать твои тихие рыдания за дверью. Поверь, я тоже сейчас плачу и плакал ночью. А дело вот в чем. Врачи сказали, что у меня опухоль мозга. Мне осталось пару месяцев, я серьезно. Я никуда не уезжал, не любил другую. Разве я мог разлюбить тебя, мою родную? Мог забыть твою улыбку, твои объятия. Прости, что не примерил на тебя белое платье. Я надеюсь, это сделает кто-то другой. Все было хорошо, просто нам не повезло. Я желаю тебе счастья и вряд ли смог бы умирать на глазах твоих. И ты после не смогла бы быть другим. Была бы в прошлом, прости, что обманул тебя. Так было лучше для тебя, когда-то моей половины. Просто знай, я искренне тебя любил и люблю даже сейчас на последнем вдохе. Оставайся с Богом.